А сейчас коротенькое видео о том, как я тренируюсь сейчас. Вот эти все месяцы. Значит, ну когда я не ходил еще вообще, да, сейчас-то уже хожу. Даже ходунку у меня еще не было. Я буквально вот в зал сюда, я, ну, живу я в той комнате, да, другой. А тут тренируюсь. У меня две комнаты. Залазил буквально на задницу. Залазил, ложился вот под этот поджим ногами, там жал какой-то сначала, вообще там 30 килограмм я лежал с маленькой амплитудой. Там. В общем, все, что мой дел, все, что в моих силах, там и лежа жал, и блок тянул там. Но старался всегда упор сделать на спину, сейчас стараюсь. У меня, значит, акцент идет на спину, значит, особенно на низ спины. Вот я делаю тягу вот с прямыми ногами. Потом гиперэкстензию на лавочке я, значит, опускаю штангу вот сюда, прямо на лавку, туда ноги просовываю, гиперэкстензию делаю. Ну, вот. Это на низ спины. Бывает, что обратно гиперэкстензию делаю, тоже на лавочке. И наверх спины делаю тяга блока за голову. Ну, вот это за голову. Почему? Я не широкий хват, а в среднем делаю, чтобы больше центральная часть спины, ну, вот, работала. Это у меня идет упор. Делаю, ну, как правило, все многоповторки, а, ну, еще на ноги упор идет тоже. Вот раньше жал, ну, конечно, жим я, ну, не так чувствую, как приседания, конечно. Самое всегда пользу я получал в тренировках именно от многоповторного приседания. Вот сейчас начал приседать, ну, уже 30, уже вот присел 60 килограмм на 18 раз уже для себя. Довольно неплохо. И, конечно, тренируюсь все время. Хожу вот это, танцую, там, ну, на видео показывают. Там удары наношу. Там. Ну, потом лежа жму, там, потом на брусьях вот этих, на ходунках отжимаюсь. Там. Руки делаю гигантских серий, я показывал, у меня там на видео есть там гигантские серии на руки. Но. Дельту, естественно, еще пока не приспособил. Я пробовал там сидя, вот эти протяжки, разводки, ну, пока на спину не очень хорошая нагрузка тогда, поэтому я пока не качаю дельту. Ну, вот единственное, что не качаю. Ну, а так все качаю. Ну, пресс бывает там скручивание делаю, там или обратно скручивание там. Ну, так что тренируюсь постоянно, регулярно, каждый день. Ну, иногда выходные делаю. Иногда два раза в день, если тренируюсь, тогда другой день выходной делаю. Вот, допустим, ту тренировку я утром там руки покачал, а потом днем поприседал. Вчера выходной сделал голодовку вот эту, вот, и в магазинчик сходил, прогулялся, походил потом по комнате, хожу все время, тренируюсь ходить. Ну и по улице. Главное, что уже победа, что уже по улице хожу. Даже донес 7 килограмм донес макарошек домой, на 5-й этаж поднялся с ними. Так что улучшения идут постоянно. Когда мне пишут, да, мне постоянно пишут, там, какие у вас диагнозы, да нафиг вам диагнозы. Я же говорю, не врачи вот эти, которых я не верю, никогда и не буду верить. После МРТ все поставили разные диагнозы. Ну как им верить можно, как таким врачам верить? У меня люди приходили после многолетних лечений, я их вылечил, не врачи. Они только кучу денег потратили. Поэтому какая разница, что у меня там. Это была бытовая травма, связанная с нервотрепками, после оформления пенсии, там все такое-то. И культуризмом я все и излечивал.